Ага, наше прошлогоднє яєчко з кіндера. І от в'язала. Подписчиков, спасибо большое, мне приятно. Все благодаря вам, спасибо, моим зрителям, друзьям. Было вот такой йогурт для Марьянки Frozen. Раньше его не видела. Это, наверное, новинка Disney Kitchen. Так, это у нас коктейль йогурт манговое мороженое. Попробуем. Сама даже хочу попробовать. А Злате вот такой агушу банан йогурт с наполнителем. Еду в лифте к девочке на маникюр, аж на 17 этаж. Сделала маникюрчик вот такой у меня. Новенький. Заросла наша клубничка, нужно ее обработать, прополоть, сорняки всякие вот повырывать. Сюда даже заросли эти сиреневые цветочки, которые даже не знаю, как называются. Там их полно, но там клубники нет. А клубника вот здесь. Вот, и нужно, пока она еще вся не цветет, прополоть грядочки. О, только увидела. Уже ягодки, ешь ты. Класс. Как все быстро. Вроде недавно только листики вам показывала. Уже ягодки. И здесь на кустике также. Здорово, здорово. Вчера пересаживали те тюльпаны красные, что отцвели. Другое место. Я знаю, что пересаживать их так рано еще нельзя, но у нас выбора не было, потому что нам нужно делать веранду. И вот там тюльпаны, я вам показывала, были. Мы их выкопали, пересадили на другое место. И был здесь куст вишни, японская или китайская, как она называется. Марьянка, скажи всем привет. А вот эту старую веранду будем разбирать скорым временем. Сначала нужно фундамент, главное, залить, чтобы хотя бы месяца два постоял. Летом будем уже делать новенькую веранду и большую. Посмотрите, какие размеры. Вот манюсенькая, а это сюда будет доходить. Получается, одно окно будет закрывать. Да? Потом мы будем смотреть, что там будет делать. Ага. Веранда будет утепленная. Сейчас вам покажу, куда мы пересадили тюльпаны. Вот здесь тюльпанчики лежат. Вчера земелька мокрая была, вчера сильный дождь прошел. Вот, и посадили, наверное, не будет видно, и луковички сами повтыкала, те, что были без листиков, думаю, может, примуса. Вот, никогда бабушки не высаживали
тюльпаны. Я столько видео пересмотрела, что нужно их высаживать в июне и в июле, чтобы там луковичка была сочная, красивенькая. Нужно обрезать вот эти отцвевшие цветочки, чтобы в семена не пошло все. И в форме сердечка будет клумбочка такая. В середине еще желтых тюльпанов хочет муж. Вот как цветет красиво. Клубничка, это ранняя клубника. Она будет раньше, та позже, что я вам показывала. Здесь, конечно, тоже не помешало бы прополоть. Малинка. Пчелки летают активно. У нас уже на потепление пошло. Там маленький сад, новые деревья муж насажал. Тепличка. Уже не накрываем ее. Уже тепло, ночи теплые. 12 градусов ночью, заморозков нет. Что-то укропчик слабовато, конечно, растет. Марьянка, ты лучше рассаду полы. Да. Ну, капусту еще рано пересаживать. Салат вчера рвала, делала с лавашом. Лаваш, колбаска, салат и огурчик соленый. Ну, без огурца вкуснее, конечно. Еще сыр твердый, но не было сыра твердого. И так вкусно. Так что схряцали мы лавашек вчера. С первым своим салатиком. Это березка. У кого на огороде? Наверное, везде березка. Это такая зараза. Так, это цветная капуста синяя, по-моему. Вроде бы на картинке. Не помню. А это обычная белая. Петрушечка слабоватенько идет. Здесь, короче, на этом огороде земля какая-то слабенькая, неудачная. Ничего расти толком не хочет. Может, что давно не удобрялся огород. Хотя многие садят каждый год и не удобряют. Хватит, хватит. За клеенку не зачепись. Нет, там не надо тупать, Марьянка. Пожалуйста, не тупай возле цибульки. Лук пошел. В этот нужно нарвать. На бровары будет лучок. Это ранний лучок, который салатный такой. Нужно уже его сорвать. Потому что он пойдет в стрелку и все. Уже будет не тот. Это парички, вроде бы муж говорил. И смородина есть, и парички. О, здесь тоже уже ягодки. Класс. Угу. О, дождь. Капец. Вот поговорила с вами, и дождь начался. Меня... Прическа интересная. Отрастают волосики молоденькие. Часть выпала же, конечно, после родов. Гормональный фон. Вот и теперь вырастают новые. Торчит, как одуванчик на голове. Нужно будет или обручем, или невидимками закалывать. Короче, пополола называется. Клубнику. О, молодец. И клумбу еще клубничную нужно положить. До зла ты шо? Открыла двери в синий? Вот тебе и дождь. Как передавала. Передавала прямо, правда, с грозой. Да, тучи натягивает. Ну что, пошла я в хату. Ты супчик покушала? Я кому суп насыпала? Марьяна, голодна біга, я тебе робити нічого не буду. Суп чого не їси? Сейчас. Угу. Спасибо. Угу, спасибо. Супчик быстро, чтобы я сейчас пришла, супа не было уже в тарелке. Да, Марьянка дала свой зонтик старенький. И пошла супчик кушать. И пообещала вам, что она супчик возъесть. И мы заснимем. Вона все сделает, чи не все.
Да? Точно в тему, да? Дождик, дождик, кап-кап-кап. Маникюрчик. Как не налюбуюсь новым маникюром. Длину не убирала, давно с такой длиной не ходила. И вообще с длинными ногтями я не хожу. Это захотелось почему-то длинных. Посмотрим, это просто дело привычки. Нужно привыкнуть к длинным ногтям. Итак, встретимся в следующем кадре. Вот и погодка, конечно. Тучи нашли. Солнце только что светило. Дождь идет. Такие черные тучи. Там небо голубое.